Всем здравствуйте. И нет мне покоя, и, наверное, скорее всего, пока я этим делом занимаюсь и живу, я не буду успокаиваться и буду продолжать свои искания, любопытство проявлять еще в большей степени. Вот купила вот такое вот растение, алисум варигатный, вот такой красивый лист, тоже из рода гигантов, то есть, ну, в основном, знаете, как, начинаю говорить там серия Stream, серия Dreams и все остальное, ну, не понимают многие. Короче, Snow Princess. Крупные, большие шары, один куст разрастается более метра в объеме, ну, вот такой вот у него красивый лист. То есть, пока у нас нет цветения, нас радует красивый варигатный лист. Вы сами, и кто меня смотрит, знает, что я, ну, назовем так, больна на красиво-листные растения, то есть варигатность, окрас красивый, то есть меня радует цветение несоотмененно. Но еще красиво, когда у тебя красивая подушка, на которой красиво разложены цветоносы. То есть вот она, красивая подушка, и сверху красивые цветоносы. Значит, вот это счастье я купила за 100 рублей. Я заказывала у Натальи Сацуковой, не пришло. Оказывается, все, как говорится, все необычное рядом. На местном рынке вот такое счастье я приобрела. Значит, что по уходу? Snow Princess. Буду говорить Snow Princess. Я знаю, что название его другое. Но опять повторюсь, не все понимают подсортности. В основном говоришь Snow Princess, все понимают. Snow Princess и его все это поколение именно алисумов. Значит, сажаем в полутеневое пространство, на солнце у нас он горит, к осени будет красавчик. Летом будет очень красивая подушка, как я и говорила. То есть обычно сажаем вместе с ним тот же самый стрим, который имеет окрас, либо лавандовый, фиолетовый, либо дримс, который имеет розовый окрас. И вот мы получаем в итоге сначала красивую варигатную подушку, к осени красивое цветение белого и розового, ну, либо фиолетового алисума. Плюс безумно классный аромат. Вот такой вот у меня еще детеныш появился. Будем, как говорится, выращивать и размножать. Все, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет много у нас еще интересненького. А, не сказала, 100 рублей я говорила, да. Все, всем огромное спасибо. До свидания.